Несколько месяцев нескончаемых протечек. И вот результат налицо. Плесень на потолке, испорченная мебель, ободранные обои и даже вздувшийся дубовый паркет. Проснуться в 4 утра от капающей на лицо воды хозяйка этой квартиры ожидала меньше всего. Елена проживает в 62-м доме на Северной с 2008 года. Уют создавала годами, но буквально за 3 месяца вода превратила квартиру в руины. И не только эту. Жильцы дома винят подрядчика. В мае начал ремонт крыши, и все пошло не по плану. 2 недели я жила у своих подружек. Я им писала каждый день подрядчику, фонд капитального ремонта каждый день писала. Администрацию писала, просила предоставить нам жилье, потому что вот с маленьким ребенком, с бабушкой, как бы надо где-то было жить. С протечками сталкивались и раньше. Сырость возникала после дождя или таяния снега, но тогда на крыше обходились ремонтом локальным. Сейчас же взялись капитально. В декабре 2023 года снег таял, и у нас протекало в той комнате, у нас прям ведра стояли, то есть прям ручьем текло над дверью. Вот. И после этого, уже после многочисленных писем, фонд капитального ремонта сказал, что сделают нам ремонт. И вот начали после майских праздников. Начали и все еще не закончили. С разобранной крышей встречали все летние дожди. Сейчас хозяйка верит и надеется, что ее жилье снова станет уютным. Окружные депутаты заявляют, так и будет. Вашу квартиру они приведут в порядок полностью. Вне зависимости, что скажет страховая компания, какая будет сумма возмещена, они вам квартиру сдадут в состоянии пригодном. То есть вам... Ну, я так понимаю, поднимут пол, сделают новые стены, обработают от грибка. Электрику надо делать. Электрику. В рамках капремонта фонд должен был отремонтировать кровлю и утеплить чердак. На крыше рулонные стройматериалы. Это битумная гидроизоляция. Первый слой уже уложен. Когда вы завершите все полностью? Когда гостехнадзор у вас примет? И чердак, и без крыша. Без утеплителя еще неделю где-то. Перед укладкой второго слоя предстоит еще заштукатурить парапеты. Ранее проведение работы осложняла погода, говорит подрядчик. То солнечная, то дождливая. На погоду не надо ссылаться. Мы не можем. Ну, штукатурить можно? Можно. Ну, все, а что штукатурку считаете? Становитесь, хорошая погода, закатывайте, а дождливую после дождя штукатурьте. Финальным аккордом станет утепление чердака. Завершить капремонт подрядчик обещает в начале августа. И если все пойдет по плану, протечки останутся в прошлом. А вот их последствия придется устранять еще долго. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».